Суд по делу Делфи продолжается. Приморская окружная прокуратура направила в суд обвинение в отношении экс-начальника корабля морской охраны. Мотивом стало то, что за несколько дней до кораблекрушения он проводил осмотр судна и проигнорировал проблемы, в результате которых произошла утечка нефтепродуктов. Напомним, 22 ноября 2019 года во время шторма Делфи сорвало с якоря на рейде у порта Южный и принесло волнами к Одесскому побережью, где судно легло на борт на волнорез в районе пляжа Дельфин. Оттащить судно от пляжа удалось почти через год.